Почти 20 тысяч детей в Чувашии дожидаются мест в детские сады. Дополнительные группы в республике планируют открыть в частных садиках. На это в бюджете региона предусмотрены субсидии. Проект закона сегодня одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии. Участвовать в конкурсе могут смогут организации и индивидуальные предприниматели, ну, соответственно, за исключением государства и муниципальных. Первое требование – это имеющие лицензии на реализацию и реализацию программы дошкольного образования. Второе – это имеющие условия для создания дополнительных мест в соответствии с соответствующими санитарными требованиями. И последнее условие – функционирующие на территории муниципального образования есть очередность в детские сады детей от 1,5 до 3 лет. По планам, до конца года в республике должны дополнительно открыться 7 групп на 64 места. До 2022 их количество увеличится до 12. Финансирование одного места – более 122 тысяч рублей. Всего же в бюджете предусмотрено более 7,5 миллионов рублей. Также напомним, в этом году в Чувашии начнется строительство 9 детских садов на 1760 мест. По одному детскому саду построят в Валиковском, Козловском и Цивильском районах. Оставшиеся 6 – в Чебоксарах. Yeah.